Ужесточение карантинных требований – мера вынужденная и необходимая. Только таким образом можно остановить распространение коронавирусной инфекции. Но в вопросах эпидемиологической стабильности важнейшую роль играет дисциплина и порядок, которые должны соблюдать жители региона. В частности, следовать всем установленным в постановлении главного госсанврача требованиям. Такого мнения придерживаются актюбинцы, представляющие разные сферы и направления. Уважаемые актюбинцы, призываю вас к помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, к вашему содействию, соблюдению мер безопасности и предписаний санитарного врача. Ведь мы все хотим, чтобы эта коронавирусная инфекция закончилась как можно быстрее. Но еще больше хотелось бы, чтобы она закончилась при минимальных жизненных потерях. Также своих бизнесменов, коллег хотел бы попросить призвать к соблюдению санитарных мер и предписаний. Также по возможности максимально перевести ваш бизнес в онлайн-режим, дистанционный формат. Я понимаю, что данный вид бизнеса может сказаться на прибыльности и в целом на экономике. Но чем больше мы будем сопротивляться, тем дольше будет затягиваться проблема с данным карантином. Также хотела бы призвать жителей проявить терпимость, набраться сил и вместе бороться с данной ситуацией. Только при вашей поддержке мы сможем решить данную проблему, мы сможем выручить наших врачей, не нагружая их по максимуму. Так как врачи – это наши близкие, наши родственники, наши друзья, я думаю, что собравшись вместе с силами, мы сможем решить эту проблему. Берегите, пожалуйста, своих близких, соблюдайте все нормы для того, чтобы хранить свою жизнь и здоровье. Уважаемые жители города и области Актобе, к большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией в городе мы попали в красную зону. Поэтому очень прошу вас, дорогие соотечественники, проявить сознательность и придерживаться всех ограничительных мер карантина. Берегите ваше здоровье.